В Мирном и Алмазном продезинфицируют сети. Хлорирование воды начнется 4 сентября с 12 ночи и продлится до середины следующего дня. Это обязательная процедура, которая проводится перед запуском отопительного сезона. Водозабора недостаточно, сети нужно дезинфицировать. Уже 20 лет коммунальщики постепенно обновляют сети в Мирном, но старые они или новые, дезинфекция сетей остается самым эффективным способом очистки воды. Есть целая программа, соответственно, в соответствии с этой программой это все делается как положено, отслеживается. Лаборатория наша выходит, работает, соответственно, везде все проверяет и так далее. Так что это стандартная процедура, из года в год она не меняется практически. Предприятие тепловодоснабжения информирует, в указанный период необходимо произвести небольшой пролив из кранов. Вода, поступающая из кранов во время хлорирования для питья и приготовления пищи, непригодна.